this is how we fucking party. Всем привет, с вами канал Bubble, и сегодня вам пойдет речь о такой легендарке, как Адская Гончая. Все думают, что это самая фиговая легендарка, а я думаю наоборот, что она имба. Сейчас проверим, чье мнение правильно. Зашел этот турнир у нас 100 человек. Так, у нас попался какой-то Yami Gaming, или Yami, с клана Destructo. Ну попробуем нагнуть его. Так, давайте просто. Мне все равно не хочу сейчас идти. Так, вот смотрите, такие еще уровни. Интересно, забавно. Так, вот это даже может быть поинтереснее. Так, у нас смотрит ничего. Спасибо, давайте напишем спасибо, что голосует за меня. Попробуем сейчас удивить его Адской Гончей. Дай мне принцесску. Нет, делаем сейчас очень-очень полно. Будем ждать, потом кинем я. Ой, принцессу, блин, закончили печально. Обида, печально, обида, печально, обида, доска. 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 Доска, 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 доска. Ой, смотрите, сейчас должны надамажить, сейчас мы щенки должны надамажить. Ух, надамажили, слава богу. Так, ну видите, просто щенки разрывают. Еще представьте, если бы еще щенки с яростью, это было бы вообще жопа. Это был бы такой просто ад для соперника. Мне кажется, сейчас что-то такое должно у него быть, потому что когда я его атачу, он вообще отбил. Да, кто не верил. Блин, это очень фигово. Смотрите, он сейчас мне пол башни снабдит. Ай-яй-яй, а выйдет так, что Гончая полетела на главную дамбу. Давайте попробуем затачить главную дамбу. Что? Так, ну так еще сколько времени. У меня на второй стороне башня горит. Я ему снял с по табу. Ну что поменял, башня. Что за нахуй? Походу да, это минус башня. 3-1 просто Гончая нагибает. Просто easy win. Гончая лучшая. Так. Так. Давайте еще один бой. Ух, уже 69. А потом начну, наверное, с этого полного дела. Ой-ой-ой-ой-ой, 129 кубков у него. Это печально. Так, ну ничего, попробуем нагнуть. Попробуем нагнуть. Думаю, что у него есть что-то такое жестенькое. Ну, думаю, королевский гиган. Все, будем просто ждать яд. Ну, пусть кидает сколько захочет. Даже если он мне снес чуток. Ну, правда, сейчас личница надо мазать. Ну, что это? Будешь это предпринимать или нет? Блин, чуток не хватило, чтобы... Начинается. Давайте поставим сюда принцессу. Ну, сейчас как раз должна, блин, быть это фаербол. Сейчас по-любому полетит фаербол. Просто на лоха вычаю. Блин, а колдун как он мог закончить? Да? Ну, все сейчас кинем сюда варами. Как и предполагалось. Ну, фаербол только на варами, вы так помните. На чужих, ну, точнее на других существ нету. Вот это отлично.
потом от конца карты опять гончие. И начинаем просто на него сжать. Блин, быстрее пить 2 эликсира, потому что мне надо дефиться, дефиться, дефиться. Вот, ой-ой-ой, вот эта связочка плохая. С темным блицом, не люблю его. Ой-ой-ой, как зацепил просто по красоте. Ой, сейчас походу и солью его. Ох же ж, как попался, который кусался. Ох же, как попался, который кусался. Инфосотка сейчас пойдет здесь крыгик. Ну, кидай свой крыгик, там быстрее. Я уже забрался там. Видишь? Куда он кинул? Я сюда начала тащить. Блин, это очень фигово, мы на размере. Блин, это очень фигово, у меня осталось 240 тысяч хп на башне. Меня сейчас просто жестко засыпают. Сейчас пойдет одним королевским гигант, и мне, по сути, жопа. А вот он... Ай, просрал. Блин, печально, конечно. Ну, чувак посильнее был, конечно же. Если бы не его колдун спасал его все время просто, то не знаю, куда бы он девался. Так, ну давайте еще один бой. Грузись быстрее. Ну, да, не любого. Что там? Давайте про себя так скажем, сейчас посмотрим его колоду. А, да, это изи. Почти, не знаю, может быть. Два против него. Нет. Против какого-то Гербина 010. Дежонис. Так. Давай. Не понял. Он типа так меня задачи захотел. Ну окей, пацан. Взял ты это сделал, потому что у меня гончил. Это мой закон. Да, ты лох, извиняй, печаль, обида, тоска. Так. Мне понадобится 9 эликсира. Ух ты. Ой, зря ты так сделал, чувак. Ой-ой-ой, не добавит это гоню собачьи. Ой-ой-ой, как же отлично попался ты. Еще и стрелы просрал, но мне кажется, это минус башня. А, ну ему так кажется, так мне кажется. Да, это минус башня, отлично. Все, начало отличное просто. У него 9-й варвар, вот это меня беспокоит. На основном уровне 9-й варвар. Ну ничего, с таким исправляюсь. Так, гончие. Чувак, ты на приколе? Опаньки. Не пойму, что он хочет сделать. Еще и 5-й хок. Вообще мощь. Самая мощь от чувака просто. Домашний, домашний, домашний пока может. Чуваки, домашний. Ух, один эликсир. Мне кажется, сейчас он будет просто принцессу хочет. Что, сдался? Да, пинца свой не лучше, будет пинца сюда. Нет, 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 чувак, я тебе не дам варвара добивать. Не дам? Не. Ух ты! Вот это дань, вот это я не ожидал, честно скажу.
Давай сразу принцесса Апачи. Все, отлично, отлично, отлично. Минус башня должна быть. Нет, не будет это минус башня. Но я был близко до второй башни. Вот я сделал выводы. Гончая — это имба вместе с принцессой. Просто у кого есть гончая, юзайте ее, не кидайте ее, просто дрыгните у вас в деках где-то. Просто берите ее и просто нагибайте. Гончая — это просто одна из самых лучших легендарок. Я сделал выводы. Делайте выводы вы, пишите в комментарии. С вами был Bubble. До новых встреч. Всем пока-пока.